Или во глаз свидетельствовавши тебе, возлюбленного Отца Сына именуя, иду, иди Голубине, и известно ваше слове все утверждение, не греся. А то, что грехи-то очищают? Грехи очищает только покаяние. Иордань нас подготавливает к покаянию. А вот говорят, что это языческая традиция. Все христианство, оно освящает нашу греховную жизнь. Все до христианства было языческим. В той или иной мере. А христианство всю нашу жизнь посвящает Богу. И отсекает все ненужное. И освещает все нужное. Правильно? Что? Диакон Андрей, Казанской церкви Божией Матери, село Власьево. Но с Богом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну как водичка? Вот он хороший. Дань, особенно в наше зимнее время, оно востребует эту решимость. Вот девчата на будущее. Держи. Люди как женщины подходят. На будущее вот так проходите. Переживай. От тебя холодом веет. Простите меня за все. Один раз хотя бы, и все, и побежу. У меня просто еще... Дай, пошли.